Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Российский комик Максим Галкин поделился видео, на котором его и Аллы Пугачевой дети играют в телевидении. Дочь Лиза стала за прозрачными дверями так, словно это экран, в то время как Гарри переключает каналы каким-то электронным устройством. Соответствующая запись юморист выложил на своей странице в социальной сети Instagram. Телеканал «Кладовка». Международный специальный корреспондент Лиза Галкина, так подписал публикацию Максим. На видео можно увидеть, как Лиза рассказывает о жизни осьминогов, играя дикторку программы о животных. Девочка утверждает, что мама-осьминог умирает после родов, так никуда не отходит от ребенка. После этого телевизор переключают на каналы на иностранных языках – итальянский, французский и английский, где Лиза показывает себя немножечко полиглотом. Подписчики Максима Галкина очень тепло отнеслись к выложенному в соцсеть видео. Много кто радовался творческому подходу артиста в воспитании детей. Другие отметили, что Лиза неплохая ведущая, которая вся вышла в папу. Недавно комик засветился в российских и украинских СМИ после того, как осмелился выступить против Кремля. Максим Галкин жестко высмеял президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина в их реакции на пандемию. В юмористическом виде шоумен показал разговор двух высокопоставленных чиновников, в который те решают, по какому графику позволить жителям столицы гулять на улице. Спешим сообщить, что правительство дало распоряжение удалить данное видео из многих новостных сайтов. Оставляйте свои мысли по этому поводу в комментариях, и помните, мы ценим чужое мнение, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова